дорогие друзья. Прозвучал свисток. Начинается весьма-весьма интересный матч, где если Едность побеждает, по-моему, сложно будет кому-то ее достать в турнирной таблице за чемпионство. Но Goldmine очень поднабрались уверенности за последние два тура. И эта команда стала интересней играть. И удача больше ей начала все-таки, мне кажется, улыбаться. Поэтому посмотрим, как будет. Итак, состав команды Едность. Руды, Вячеслав, Петренко, Григорий, Хомыч, Станислав, Фариник, Сергей, Ващевский. Вишневский Александр, вернее, Демченко Артем, далее Ващевский Алексей, Бучик Александр, Вальев Эрик, Бенжа Ават, Андрусенко Дмитрий и Афанасьев Сергей. В составе команды Goldmine Копили Илья и Кунда Егор. На воротах начнет именно Копили, всегда первый тайм начинает. Далее Пышняк Евгений, Поляков Николай, Нестратенко Сергей, Ответченко Сергей, Рыбалка Дмитрий, Антоновский Максим, Химка Юрий, Лавренчук Юрий. У тебя 6 игр, я карточку скинь. Пышняк на рыбалка. Химка отыграл на рыбалка. Продолжает давить сейчас углового. Руды. Бычек. Мягче провалимся. Бычек. Хорошая игра в атакующей зоне от Лавренчука. Я потом все спущу. Ты слазь. Вишневский. Хороший контроль от Хомыча Станислава. Бычек. Копий на выходе первый. Выбивает мяч Копий, Бычек. Есть подбор за Антоновским. Ну вот вы знаете, хорошо как-то получается играть, в принципе, у Goldmine против, вернее, у Едности против Goldmine. Нет той скорости, играя против белых. Вот не получается. Посмотрим. Возможно, это начало матча и все так. На карту. На карту. Нет. На карту можно? Какая же разница, правильно? Антоновский. Пышняк. Вишневский. Химка. Рыбалка.
Хороший, сильный удар от Дмитрия Рыбалка. Руды на месте. Не, лучше 800, а потом на мишку, на карту. Не, на карту просто до тоже не хватило, да и все. Типа 250, да. Рыбалка. Игорь, вон Сережа. Ой, Ваня, точнее. Бычек. Выходит Петренко на замену. Далее у нас определенные корректировки. Демченко тоже. Ну, посмотрим, как они перевернут матч. Начало всего лишь встреч, поэтому не может быть тут много забитых. Копи. Анистратенко. Не прошла передача. 3-2 сейчас атака уедности. Мог забивать. Копей делает сейв. Выводи. Игорь, посчитай, сколько у человека игр есть у тебя на руках. Ты. И стопроцентный момент сейчас не забивает Едность. Какой эпизод у Алиева Эрика. Растерялся, мне кажется, в данном случае. Копей. Поляков. Пробует сыграть в отборе против Петренко. Опасный штрафной удар или свободный? Я вот не понял до конца, там судья выставляет как раз стенку. Смотри, 200 сразу, а остальное она досчитает и скажет, как по результату света. Понял? Сразу, а остальное на карту по результату света. Руды. Есть подбор за голмайном. Хорошая попытка от Отверченко. Но, правда, это очень опасно сейчас. Есть забитый. Находит возможность воспользоваться контратакой. И это Фареник, дорогие друзья. Сергей забивает. Анистратенко. Поляков. Сантьяк, давай.
Не фалил там копий, просто на высоте сыграл, честно говоря. Птеренко. Да, к Игорю. Попробуй, а тут очень многие сегодня. Хорошо. У нас просто команд 5 так где. Я понял, я верю, верю. Да не, они все на. Копии на рыбалка. Поляков, Антоновский, рыбалка. Не доигрывают, не доигрывают. Сейчас Кунда выручает. Такая смена вратаря произошла. Я даже, честно говоря, прозевал этот момент. Руды. Руды. Петренко. Демочка на Петренко. Поляков. Петренко хорошо разгоняется. Почувствовал момент. Сейф от Кунды. Желтая для Пушняка и штрафной удар. Момент, как я понимаю, замаха фалил Евгений. Дорогие друзья, как очень грамотно здесь почувствовал эпизод 12 номер едности и забил Демченко Артем. Поймал на ошибке Пышняка. Два ноль едности идет. Рыбалка. Рыбалка. Ощевский. Бычика. Ощевский снова на Бычика.
Инка. Расстреливал туда, в сторону Антоновского. Не точно. Вишневский. Бычек. Пышняк. Кунда. Антоновский. Ускорялся Юрий. Перекрывал, казалось бы, дыхание там комфортное Рудому. Но Слава опытный вратарь. Удивить его довольно-таки сложно. Вишневский на Бычика. Химка. Выручает от Верченко, вовремя среагировав на момент. Валиев. Угловой удар для едности. Кунда. Куда вбрасывать сейчас Егора? Некуда, на самом деле. От Верченко, вот он предлагается. Химка. Вот он момент, где рыбалка мог забивать. Вот такие какие-то открытые вбегания от Голдмайна. Это их конек. В этом их сила, в этом чемпионате. Я думаю, что Сокер как следует осознал вот скорость ребят и перемещение. Но почему-то к едности подхода у Голдмайна нету. Вопрос, возможно, в постоянной опеке. Вишневский. Бычек. Алиев. Хорошая попытка через перекат из-под игрока. Там точно Егор не видел. А вот что за вбросы здесь такие? Это просто молния иногда быть, чтобы доставать такие передачи от Егора. Петренко. Кунда. Не удается обработать. Передача Нестратенко. Причем и отбора же не было. Настоящего от едности сейчас. Валиев отыграл на Вишневского. Кунда на Полякова. Руды. Снова на Петренко. Давай, 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 давай
А что проще не сыграть на Отверченко, как минимум в данном случае. Первый тайм окончен, а на самом деле ожидался больше градусов игры, а по факту Едность переигрывает Голдмайна, а Голдмайна ничего не получается. Подходили к Евинаке? Чего? Чего? 3 секунды остается, которые так раз получаются. Фанат. С тобой. Сейчас тебе на карточку. А какая часть? Он уже видно, да? Ты пока что не показал, да? $600 на карточке, да? $900. Не, они по 1000. Конечно. Как все. Ну да, минут 10 останется. Она же готовит там минут 7. 4, уже 4. Уже лопнет. Она 7 готовит. Он 4. Еще одна игра вверху и все. Уже свистел. Итак, друзья, продолжаем мы дальше. Второй тайм. Поляков. Антоновский. Зверченко отрабатывает, возвращаясь назад. Копи. Поляков. Снова Зверченко. Есть подбор за Хомычем. Yeah.
Поляков. От Верченко. Очень долго принимал решение. Не думал я, что слово «долго» будет в матче «Едность» Голдмайн, а есть такие слова. Фанасьев, Хомич. Он же и будет разыгрывать. Валиев. Демченко. Тренко. Копи. Отвеченко. В касании на Полякова пас не проходит. Путал я сегодня Лавренчука и Химку. Прошу прощения, только сейчас это понял. Рыбалка. Поляков. Хороший обыгрыш. Рыбалка. Сфалили против Полякова. Штрафной удар. Вот она первая атака такая. И то удар по позиции для Афанасьева просто подарок. Афанасьев приводит налево. Валиев. Демченко на Вишневского. Копи. Есть подбор. Лавренчук. От Верченко. Анистратенко. Рыбалка. И снова право в обороне. Бычек. Но от Верченко возвращается. И вот вы знаете, такой подход к едности, мне кажется, совершенно неправильным. Учитывая ресурсы и скорости Голдмайна. Анистратенко. Рыбалка. Выбивает. Граф.
грамотно капитан наносит удар в данном случае. Красивый мяч, я считаю, от Рыбалка. Мне кажется, такие мячи могут заряжать команду, играть комфортно. Как комфортно для себя футбол. Пробный удар от Бычика. Копиев действовал на сближении. Копий. Нестратенко. Хороший уход во фланг. Я думаю, удивил Вишневского стартовой скоростью. Штрафной удар для видности. Лавренчук ошибается. Вишневский. Носка бьет довольно-таки качественно. Вот все, кто бы что ни говорил, вот Александр редко в небеса у него мяч летит. Лавренчук на рыбалка. Бенжават. Вишневский. Бенжават. Есть отбор. Спешит с передачей Химка. Вишняк. А никуда ему отдать передачу. Приходится играть на Копия. Копий туда, на Химку. Хомыч. Красиво вбегает Хомыч в этот момент. Ну а Вишневский на самом деле грамотный ассист дает. Хомыч.
Демченко. Классно играет. Он туда нас правильно располагающийся Петренко. Но вот такая игра от Голдмайна совершенно не то, что нужно, если честно говорить про какой-то результат именно сегодня. Вот местами у них что-то получается, но мне кажется, скорее больше нет каких-то моментов, чем да. Понимаете, о чем я? То есть я думаю, что вот постоянная опека и закрытая игра едности, а потом на отскоках они убегая, дают результат. И умеют они это делать хорошо. Петренко. Запутался Антоновский. Вот небольшая ошибка с контролем мяча. Пушняк. Мяч. Нет. Поляков. Антоновский. Хороший сильный удар. Перекладина попадает Антоновский. Демченко. Малиев. Мэрик отыграл. На Хомыча. Кунда. Петренко, скрытый пас. Хомыч. Пауза по времени. У нас сейчас и 3-1 счет. Ну что можно сказать? Я могу вам сказать, что в принципе все закономерно. Даже я ожидал более эмоциональный, более темповый матч. Где-то я немножко даже расстроился, что у нас, я думаю, обрывистый футбол. Когда не удается ни одной, ни второй команде на все 100% не показывать то, что они хотят. Но Едность бесспорно сейчас побеждает, и все закономерно. Хомыч. Сейв от Кунды. Правильно позицию закрывал Егор. Поляков. Нестеротенко. А если бы оставлял Полякову, Поляков бы забивал. Но вот такие микромоменты, я думаю, главные проблемы. Уже очень эмоционально много желания, и где-то порой выключаться приходится Голдмайн. Обратите внимание, что лучший свой момент они создали тогда, когда остались чуть в атаке. Есть сейф от Афанасьева. Остается у нас играть 4 минуты.
Вишневский. Бычек. Хороший удар от 22 номера. Демченко. Вишневский. Верченко. Ну что за пас? Вот такие мелкие ошибки от Голдмайна. Нужно пользоваться едностью сейчас. Бычек. Вот, мне кажется, бить надо было первый раз, а во второй раз уже снова простреливать. Наоборот. Действовал 22 номер. Но главное, это делал уверенно, и этого достаточно. Красивый розыгрыш, динамичный розыгрыш. Да и, скажем так, розыгрыш в удовольствие. Демченко. Вишневский. Петренко запутался, Григорий, правда, распутался и добил. Лишил ассиста Демченко, но смог сам. Четыре один. Наверное, просился пас. Петренко. Красиво, Григорий, на движении подловил копья. Ну, что можно сказать? Хорошее вино хорошеет годами. Вот про Григория можно сказать. Хорошеет он с каждым проведенным матчем. Опыта набирается больше. Антоновский. Копи. И даже если вспомнить все моменты, которые создали Голдмайн, мне кажется, их не хватит, чтобы сравнять счет сейчас. Уходит Афанасьев, заскучился, хотел подвигаться. 5-1. Едность побеждает. И 3 очка. Или только если 2 будет поражение. Только тогда там спорная ситуация насчет чемпионства, а так-то они себе обеспечивают, я думаю, комфортные позиции. Но команда «Поздравляем с футболом».